сейчас Опелю будем генератор менять. Самый ебанутый генератор в мире. I got a guy to bring out a new battery. I put a new battery on and just the battery light. Мерива, да? Да. Вот люди живут здесь в таких казармах, да. Ну что, дешевле, конечно. Ты диагностику там. Куда я? Просто багажник здесь, чтобы видно было. Короче, генератор, сейчас я колеса подкручиваю и начну генератор откручивать. Кожух надо, бля. Нужен бампер снять. Короче, там на двух саморезах надо нахуй держать. Нет, на шести. Потом надо открутить радиатор, чтобы эту сторону отсунуть сюда, понимаете, чтобы руку можно было просунуть. Тут все по ебанутому сделали, как в мини-купере, бля. Короче, ребята, все оценили. Это тоже надо оценить, чтобы этот вытянуть. Ведь здесь оценили, покажи. Вот этот оценили, вот приподняли, да. Ну вот этот, ну, здесь. Вот так приподняли, подвинули. Отсунули его. Отсунули радиатор. Можно, надо сливать, вообще-то радиатор выливать, вытягивать. Так, сейчас что в первую очередь? Ремень мы отсоединили, вот. Видно будет его. Ремень отсоединили приводный. Что остается нам тут ебаться, это вот. Так, вот это надо соединять. Это. И сверху этого помпы, бля, масляной. Есть. Сейчас вот еще. Видите? Трубка идет. И его с медной шаймой. Когда вы его это все открутите, только тогда надо генератор. Эти болты, что держит генератор, открутить. А то она будет болтаться, будет неприятно. Все, начнем. Так. Сейчас начнем. Сперва. Ключ дай мне. Головку или что? Сейчас посмотрим. Нет, лучше головку дай мне. На, по-моему, 12 или на. Не, на 13. Да, на 13. Давай. На 13 давай. Так. Вот сюда моего. Ой, блядь, не 13, блядь. А сколько? 10, наверное. Или 12, или 11. Давай 11 лучше. Да. Нихуя не видно, блядь. Тоже нет, блядь. Дальше 12. Наверное, с революции еще остались эти болты. 12 сейчас редко, блядь. О, точно, блядь, да, делал. Так, трещотку давай мне. Трещотка. А где он? Где-то здесь. Да вот она, блядь. А, вот он, трещотка. Вытяни, да, сынок, этот ключ. Да. Ну, удлинитель надо, блядь, ебаный. А ну сейчас посмотрим. И вот так. Это длинный удлинитель. Так, сейчас. Видите, вот тут масло сейчас должен политься. Не знаю, кто его так делал, бля. Какие-то инженеры, бля. Так, вот видите, мы отсоединили. Так. Так. Ну, сейчас будет капать. Так, сейчас у нас следующий этап. Отсоединить это. Плоскобудцы. Где острый?
Дай мне острые эти плоскогубцы. Так, шайбу вытягиваем. Одень. Все. Ты что-то собрал? Где-то посмотри, здесь должен их сложить сюда. А, вот здесь зайти. Да. Да. Так. Вот это сейчас. Вот ёпта. Тут ещё, блядь, вот этот хрень. Проводом ебаться будем ещё, блядь. Ребят, вот этот, да. Сейчас видно будет или нет. О, вот этот. Тут надо шланг вытянуть. И все будет тип-топ. Или можете открутить сразу ключом. Вот видите. Подсадил я. Его, вот он здесь. О, вот тут. Но его ты его не достанешь, пока, блядь, его не расслабишь. Вот уже видишь, даже, блядь, уже. А ты уже. Уже болт даже, блядь. На 14. Не хочет откручиваться, блядь. Представляешь, блядь. Опель. Да, это точно, что это опель, блядь. Что нам делать здесь с этой? И здесь не залезешь. И там, не знаю. Тут 13 должен, а 13 не влазит. А, может ВДшку перейти? Да нет, ВДшку там, по-моему. Так, вот он. Вот это, видите, гайка пластиковая. За плюсовой, с аккумулятора еще один, отсоединить надо. Еще там есть такой провод очень тонкий сверху. Сейчас я покажу. Блядь. С ним надо быть немножко поосторожнее. Еще там есть еще один шланг. Короче, блядь, тут такой сделали, как хуй его знает. Кто его придумал, такой систему. Не знаю. Там есть. Вот он, видите? За этим проводом плюсовым. Вот это, видите? Вот, 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 вот это, вот, вот. Будьте осторожны. Видите шланг этот? Ребят, вот он генератор весь ебанутый. Кто его придумал, чтобы у него, бля, косточки, блядь, всю жизнь болели. Как у меня сейчас болит, нахуй, блядь, пока я его вытянул. Потом что? Вот этот шланг, вот он здесь крепится, соединяется. Это вакуум, по-моему, да? Получается? Да, вакуум. Вакуум. Потом, что очень сложно здесь будет, это фишку отсоединить. Фишку, то, что идет с этого, с панели прибора и с аккумулятора. Вот это. Сейчас я посвечу. Дай фонарик. А, маленький есть? Вот. Смотрите. А ну, Даня, вот так посвети, да? А. Ну, сейчас. Вот. Видите это место? Вот. Вот. Вот сюда вы должны засунуть. Вот сюда. Сейчас покажу. Сейчас, 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 где у меня? Мой инструмент, блядь. Сейчас. Так. Вот сюда надо будет засунуть штырь и поднять. Тогда только будет. Ну, конечно, ебанутый генератор. Ну, что поделаешь. Так, сейчас мы эти все пробки пооткручиваем. Это сразу надо закрутить здесь, чтобы не было проблем. Переобул, все переставил. Сейчас надо, чтобы кто-то здесь стоял, шланг принял. И все, и собираете.
Я думаю, ребята, вам пригодится это видео, потому что ни у кого не было такой видео, чтобы посмотреть на это уёбище. Ну, это уёбище. Всем пока, у кого какие вопросы, пишите комментарии. Бай-бай. Мерилу я сделал, поменял генератор, все заебись, ребята. Но мы, короче говоря, когда мы начали делать, и он, этот хозяин исчез. Исчез, сказал, будет через полчаса. Как раз мы сборку делали, сделали сборку. А еще он нам сказал, что ключи оставьте в замке зажигания. Тут никто не возьмет ничего. Но я никогда ключи не оставляю, я всегда, пока деньги не вернут, я ключи никогда не отдаю. Вот его ключи. Вот он отмерила. И секретка. У него там новая резина, нулевая, 4 колеса. Вот уже прошло 4-й день, до сих пор нихуя нет самое, не заплатил. Мы отправили письмо ему с предупреждением, 7 дней, как полагается, по закону здесь. Через 7 дней придется подавать на суд. На суд, и придется забирать на него эту машину. Также с этим Volkswagen я то же самое сделал. Эту машину я уже забрал. У него денег нету. Забрал. Ну, он так подошел ко мне недавно. Сказал, что я вам деньги отдам. Частями. Я говорю, ну хорошо. Вот он сейчас платит мне частями. Как выплатит полностью. Я отдам эту машину. Вот так у нас, у меня уже 3 машины стоят на стоянках. То же самое, бля. Короче, ребята, гандоном. Тут очень много гандонов, которые не платят. Сейчас уже по-другому начну делать. Прежде чем приступлю до работы, буду брать деньги сразу наперед. Все, ребят, всем пока. У кого какие вопросы, там пишите комментарии. Давай, всем удачи. Ставьте лайки.